Не знаю, кто как встречает свой день рождения. А мы его сегодня проводим на кладбище. Потому что вот у нас тут есть норка. Там у нас есть 4 щенка. И еще мамочка. Надеемся всех сегодня поймать. Так что вот такой день рождения на работе. Привет, мои хорошие. Ну что, все стесняемся? Да? Где там еще? 3-4 не видать, да? Ну? Вот мамочка наша лежит. Что мы одну клетку съели. Ну ничего, сейчас все пройдет. Да? А их сейчас покормят, да? Конечно. Потом у меня есть. Вон он, 4-й. Вон она, мордаха наша. А вот. Что? Привет. Вот они такие красивые щеночки-то, она даже такие коричневые все. Она мамаша. Ага, эти, ну папа, видать, вот. И один такой папа, да, видать, был. Один, единственный у нее мужчина. Так, слушай, как пересаживать-то, блин. Ну давай кусочек, на руках немножко. Кусочек, да? Ну такие. Так-то пока. Не знаю даже. Сейчас. У нас маманя-то сегодня чуть не ушла. Да. Ну хорошо, мы всегда в багажник открываем аккуратненько. Вот эту заднюю стенку сложила, ты стоит пока здесь вот прям. Багажник открыли, то она ушла. Да? Ребятишки. Сапинку. Ты кусайка? Кусака, а? Кусаки. Вот они. Кусаки, немножко. Так, кнопку. Так, а вы что, прямо в багажник или все-таки переноски? В машину. А у нас нет переноски никакой. Так, вот у щенков, забранных вчера с кладбища, жидкий стул у всех. Вот то, что мы из клеток насобирали. У этого щеночка даже рвота, он желтая. Вот, и они не едят. Это говорит о том, что щенки больные, их нужно лечить. Вот. И без лечения, к сожалению, шансы, что они выживут, очень мало. 4 щенка. Вот здесь, по-моему, мальчик. Вот здесь 2 девочки у нас. И вот это мальчик один. В общем, щенки у нас болеют. Найденные щенки. Жили на кладбище всю жизнь, там и родились. Вот, и мы вот их отловили для того, чтобы спасти и пристроить. Но пока мы их должны лечить. Потому что таких щенков больных пристраивать нельзя. Нам очень сильно, кстати, нужны впитывающие пеленки. Потому что сейчас они будут улетать с катастрофической скоростью. У нас еще и котики. Тоже пеленочки нужны им. Вот как у нас клеточка после уборки выглядит. Тут у нас просто тряпочка лежит на всякий случай. И 2 впитывающие пеленки. Потому что у щенков жидкий стул. И 1 пеленка — это мало. Поэтому очень просим помочь нам впитывающими пеленками. Для наших новых щенков, которых мы отловили на кладбище. Они уже пописали. Вы писите-то сюда, вот мимо. Чего вы там, где лежите, туда и написали. Ребятишки мои. И сегодня щенки еще пока очень боятся. Трусишки, совсем трусишки. Так. И вот такой щеночек. Вот еще это мальчик у нас. Щенки очень красивые, такие лохматенькие, но очень сильно боятся. Очень сильно нужны пеленки нам прям катастрофически.